Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Xiaomi 12. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве войти в режим Fast Boot. Для этого мы отключаем наш телефон. И после того, как наш телефон выключился, нам нужно одновременно зажать клавишу питания и клавишу уменьшения громкости. И держать так некоторое время. И теперь мы вошли в режим Fast Boot. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.